Сегодня в Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями прибыла делегация специалистов-медиков из Абхазии. Гостей интересовали вопросы, связанные с методиками реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, применяемыми в наших краях. В частности, специалистам из Абхазии рассказали о технологии оказания эффективной социальной помощи семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями. Продемонстрировали возможности специального реабилитационного оборудования для детей с различными отклонениями здоровья. Рассказали о работе данного отделения. Безусловно, визит станет большим подспорьем для недавно открывшегося в Абхазии собственного реабилитационного центра для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Любой обмен информацией, любое знакомство с новыми методиками повышают общий уровень сотрудников отделения. А все это идет на дело реабилитации ребенка, инвалида. И я думаю, что никогда нельзя, как говорится, ставить крест на даже на самом тяжелом ребенке инвалида. Всегда есть какой-то резерв, всегда есть возможность заниматься с этим ребенком, чтобы дать ему возможность как минимум обслуживать самого себя. Это главная задача.